Всем привет, друзья, с вами я, Дима, и сегодня я вам покажу секреты и пасхалки из различных игр. Такие видео будут называться сборники пасхалок, это выпуск первый, и такое решение я принял, поняв, что не во всех играх есть больше одной или двух пасхалок. Там, где их совсем мало, они будут именно вот в таких вот сборниках. Но согласитесь, довольно-таки глупо будет делать выпуск по игре, в которой одна или две пасхалки отдельно, поэтому я решил сделать вот так вот. И первая пасхалка находится в игре Assassin's Creed 4. Если мы будем бродить по Абстерго, то заметим очень много отсылок к предыдущим частям игр Ubisoft, а именно Assassin's Creed. Побродив немного по Абстерго, начинаешь задумываться, а не попал ли ты случайно в студию Ubisoft. Действительно, здесь разбросано очень много книг, дисков, плакатов и всего, что связано с предыдущими играми от студии Ubisoft. В общем, вот такие вот дела, и может быть это реально Ubisoft в другом мире, в параллельной вселенной, я не знаю. При прохождении задания обломки Анточа, если мы заплывем в затонувшее судно и подплывем к окну, то сразу у нас запустится катсцена, где мы можем увидеть кракена. Кто не знает, это большое мифическое животное, именно осьминог гигантских размеров. Такого же осьминога можно заметить еще во многих фильмах и играх, таких как «Пираты Карибского моря», либо в игре «Tomb Raider». И, кстати, кракен был еще в предыдущей части серии Assassin's Creed, а именно в Assassin's Creed 2. Следующая пасхалка находится уже в игре Red Dead Redemption, и сейчас я вам покажу, где именно можно будет ее найти. Находится она на кладбище рядом с городом Blackwater, вот он сам город, и вот рядом находится кладбище. И если мы приглядимся с помощью снайперской винтовки к одному из памятников, то можем заметить вот такую вот интересную надпись. Память Харрисона Черри, который умер 7 декабря 1968 в возрасте 24 лет. Самое странное в этой записи 1968 год, хотя события игры разворачиваются в начале 20 века в 1910-1920 годах. Вот такая вот ошибка. Ну и раз уж мы заговорили о Red Dead Redemption, то есть еще одна пасхалка в игре L.A. Noire. В деле «Смерть в шелковых чулках» мы можем найти в мусорном баке шляпу Джона Марстона. Вот такая вот отсылка от Rockstar. В игре The Last of Us в прологе, побродив немного по дому, мы можем найти в одной из комнат вот такую вот картину, которая, я думаю, напомнит очень многим игрокам, которые уже прошли игру, одну из сцен, которая будет в дальнейшем в игре. И я думаю, это довольно-таки странно, потому что очень-очень напоминает тут местность. Я бы даже сказал, на 100% это та же самая локация. И через много лет мы вот как раз-таки окажемся в этом же месте. Где ты? Тупо. И последняя на сегодня пасхалка находится в игре Beyond Two Souls. Когда мы гуляем по городу в роли бездомной, то можем заметить одного человека, который читает газету. Если мы переключимся на Айдена и посмотрим, что он там читает, то заметим очень интересную статью. Оригами киллер, 7 жертв, никаких зацепок. Вот такая вот статья. То есть мы видим то, что либо события игры разворачиваются в то же время, что и Heavy Rain, либо это, по-моему, события игры все-таки Beyond Two Souls чуть позже, чем Heavy Rain, и поэтому я даже не знаю, может быть, те, кто играл, поймут то, что, возможно, мы даже не словили этого киллера, мастера оригами, я не знаю на самом деле, но... В общем, пишите свои догадки в комментариях, а на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Дима, подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим лайки. Всем удачи и всем пока, увидимся очень скоро. Ну и пицца тоже.